Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор ели голубой 6-летней. Примерно она идет 70 сантиметров. Ну, довольно уже хорошее рослое дерево. Купить можно самовывозом по субботам, воскресеньям у нас самовывоз. На сайте все написано, читайте все на сайте, как и проходит у нас самовывоз. Ель колючая, голубая, 6-летка, позиция. Опять же, по цене, скорее всего, изменится с 15-го. А вот здесь у нас ель обыкновенная. Вот можно видеть и отличать, как ель обыкновенную от ели колючей. Разницу, я думаю, увидели опять же все. Вот ель обыкновенная идет. Один сеянец попался тут. А тут ель колючая голубая. Естественно, ель обыкновенная, она зеленая. Ну, по количеству у нас около 1000 штук ее. Приезжайте, можно самовывозом. Я бы с удовольствием отправлял ее, но отправляется она очень тяжело, поэтому упаковывать и отправлять очень тяжело. Поэтому только самовывоз. Только самовывоз у нас она стоит. Пожалуйста, приезжайте, покупайте. Суббота-воскресенье, еще раз напоминаю, у нас самовывоз. Почка еще толком не наросла. Еще и расти около 3 недель, даже больше. Опять же, мы принимаем заказы и на весну. То есть с 15 сентября, как мы уже откроемся, ну, скорее всего, откроемся с 15 сентября, потому что посмотрим, опять же, по погоде. Погода может не дать, но она довольно пышная. Ель, я имею в виду. Погода может не дать, но мы откроемся, если что, чуть позже. Но ель вы можете видеть, какая она. Почки на каждой. Вот уже почки формируются конкретно. Уже скоро будут хорошие почки. Но верхняя почка уже очень хорошая. Поэтому также можно самовывозом заказать. Но единственное, там заказ получится минимальный на 3000 рублей. Если кто-то хочет приехать купить одну, то это, пожалуйста, только после того, как, ну, как мы начнем выкопку и отправку по регионам. Вообще, желательно, если самовывозом, лучше приедьте попозже, там где-то конец сентября, октябрь. Самовывозом это в основном приезжают же и рядом кто живет, поэтому пожалуйста, приезжайте. Погода практически везде одинаковая у нас. 6-летка к вашим услугам на сайте, и можно забронировать ее, также можно проплатить и сделать заказ. Внизу ссылка будет в описании.